Здравствуйте все, меня зовут Алексей, я старший помощник капитана норвежского перерабатывающего траулера Antarctic Sea. Наши точные координаты в данный момент 63 градуса 30 минут южной широты и 60 градусов 55 минут западной долготы. Мы находимся на удалении 25 милях от материка Антарктика и примерно 700 морских милях от Фолклендских островов. Сегодня я вам дам представление о заготовке антарктического криля, используемого для приготовления продукта Тинс Карди. Для поддержания высокого качества антарктического криля мы разработали свою собственную щадящую систему лова под названием эко-харвестинг. С помощью эко-харвестинг мы доставляем живой свежий криль прямо на борт судна. Технология также предотвращает прилов каких-либо других видов. Единственное, что мы ловим, это криль. Здесь мы проводим большое число различных анализов, таких как содержание полезной жирной кислоты омега-3 в свежем криле. В дополнение к омега-3, ЭПК и ДГК, антарктический криль богат фосфолипидами, толеином и очень мощным антиоксидантом астаксантин. Именно астаксантин придает крилю красный цвет. Масло, извлеченное из антарктического криля, полезно для вашего сердца и печени. Весь экипаж на борту Antarctic Sea был проинформирован о захватывающем выпуске грилевого жира Тинс, который сейчас организуется. Мы желаем вам удачи в выпуске и надеемся, что ваш успех будет поддерживать нас более занятыми промыслом гриля здесь, в Антарктике.